Потому что сейчас уже реально многие проголосовали. Все, спасибо большое. Можно было. Впервые наши новые 4 региона, субъекты российской, полноценные субъекты Российской Федерации, это Донецкая, Луганская, Народная Республика, Херсонская, Запорожская области, впервые проводят выборы в составе Российской Федерации. Мы принимали это решение на основе их потребностей, их заявок, желания жителей этих регионов. Они ведь утверждают, что это такие же регионы, как все остальные. Но вот если во всех остальных выборы, так а почему здесь не выборы тогда, да?